Итак, всем привет, меня зовут Соня, я очень рада приветствовать вас на моем канале. Рада, что вы зашли и начали смотреть это видео. Сегодня 5 марта, я снимаю это видео и надеюсь в скором времени его выложить. То есть хол покупок на весну, почему я хотела сказать на осень, честное слово, не знаю. Я покажу вам, что купила, это будет верхняя одежда и обувь, и просто одежда на каждый день. Я прям тщательно подошла к обновлению гардероба и сама не заметила, как в моем гардеробе появились все вещи, которые друг с другом сочетаются и выглядят невероятно круто. И также в дополнение к этому видео я хочу вам показать пару образов, которые просто, возможно, вдохновят вас на какой-то свой образ, вы создадите точно так же. Давайте не будем долго затягивать. Не забывайте про мой инстаграм, пожалуйста, обязательно туда подписывайтесь. Ну, а мы начинаем. Итак, я предлагаю начать с верхней одежды. В этом году мы решили вместе с родителями купить вот такую вот куртку. Она очень красивого цвета. Я давно хотела такую молочную, либо коричневую куртку. Вот такая красотка теперь у меня. Я вставлю фотографию, как она примерно выглядит. То есть выглядит она вот так вот. Она молочного цвета, очень мягкая, как облачко или зефирка. И также здесь есть вот такой вот пояс, который завязывается. Изначально хотела купить вообще другую куртку, но когда увидела эту в черном цвете, а потом в другом магазине увидела, что она здесь еще и в молочном, все, мне нужна была только она. У нее здесь есть капюшон, что невероятно круто. Она из... Куда она? Она из Бершки и стоила порядка 3000 рублей, если я не ошибаюсь. Вот, она мне очень сильно нравится. Я уже ее начала носить, потому что невероятно крутая и круто сочетается с моим гардеробом. Так, ну а следующая вещь, это вот такое вот длинное черное пальто. Может, я его показывала, конечно, в каком-то из своих видео, но все-таки решила, что нужно показать еще раз. Оно из Монки. Я его как подарок себе на день рождения сделала. Давно хотела черное базовое пальто. И вот нашла его, увидела. И оно стоило 2500 рублей. Прям очень круто. Оставался там вот это вот такой размер. Это S. Даже я очень рада, что взяла его именно в таком размере. У него также есть пояс, где он вот тут вот. И вот такие вот интересные рукава. И также супер необычные карманы. То есть сам карман выглядит вот так, но руку мы вставляем вот сюда вот. Оно невероятно классное, смотрится очень круто и дополняет вообще любой образ, потому что это база и должна быть у каждого. Итак, с верхней одеждой закончили, теперь переходим к обуви. Я решила взять и выбрать себе в этом году только одну обувь, грубо говоря, одну пару обуви, потому что у меня есть черные ботинки с острым носом из Бершки. Вообще, я искала еще какие-то молочные, но нигде не нашла именно того, что я хочу, поэтому мы остановились вот на таких вот кроссовках. В общем, я, конечно, понимаю, два разных направления. Выглядят они вот так вот. Они мне очень нравятся, особенно эти шнурки, которые вообще их оттеняют. И они очень круто сочетаются с белой курткой. У них такая грубая массивная подошва. Такой бежево-белый цвет. И вообще в последнее время мне начали нравиться коллекции в Бершке. Раньше редко туда заходила, потому что мне там совершенно ничего не нравилось. Это были всякие яркие толстовки, стразы. Но сейчас там больше базы, и это очень круто. И стоят они здесь где-то. Чек у меня лежит. А стоили они 1500 рублей. Вот как-то так. И это у меня 36 размер. Итак, а сейчас я вам покажу, можно сказать, аксессуар, то есть сумку. А в этом сезоне у меня их две. Одна вот такая вот из Бершки, которую я... Блин, почему я думаю о Бершке? Если эта сумка с Ничика, очень круто выглядит. Я не знаю, просто она настолько крутая и настолько интересная. Это вроде бы и не похоже на сумку багет, но носит она точно так же, особенно эта широкая ручка. Можете ее вообще по-разному застегнуть. И я ее презентовала своей маме. Как-то так, но думаю, мама будет мне давать ее поносить. Внутри есть два кармашка, и это очень круто, что можно положить какие-то мелочи туда. Я очень люблю, когда внутри в сумках есть маленькие кармашки. И она такая лаконичная, такая крутая. Здесь маленькая надпись золотым, набита золотыми буквами. Ее ручки, все здесь выполнено настолько стильно и интересно, что у меня просто нет слов. Следующая сумка у меня тоже с Ничикой. Выглядит она вот так вот. Такая малышка фисташкового цвета. Показывала ее в своих осенних образах, но также она является моим абсолютным фаворитом на весну 2020 года. Я уже ищу что-то похожее, такого же цвета, чтобы я смогла с ней носить. Связала бантик. Но хотя у модели она представлена просто, у нее черно-белый образ,
и вот эта вот сумочка. Тоже выглядит очень интересно. Если ничего не найду, то буду носить ее именно так. Она, как я уже сказала, с New Chica. И внутри у нее достаточно много отделений. То есть здесь два еще карман, и здесь еще маленький кармашек. Она очень крутая, и мне очень нравится, что я ее тогда заказала. А теперь переходим непосредственно уже к самой одежде, то есть что я буду носить под пальто и куртками. Первое, это вот такое вот платье. Я помню, я его показывала в своем видео с New Chica. Оно очень легкое, такое воздушное, длинное, мне безумно оно нравится. Здесь есть бантик. Конечно, некоторые так посмотрели на него, типа, ну, конечно, прикольное, но что-то необычное. Согласна, оно достаточно необычное в мире, где сейчас у нас какие-то, наоборот, много коротких платьев и не таких длинных. Вот это вот смотрится реально очень круто и интересно. Особенно для девушек невысокого роста, оно визуально вытягивает вас, из-за того, что он такой длинный. Если еще одеть его не с кроссовками, а с какими-то босоножками, будет вообще вот так вот супер-пупер. И оно вообще-то тоже с New Chica. И я вспомнила, я его показывала в своей распаковке. И здесь все так мило. Мне прям оно очень-очень сильно нравится. Напишите в комментариях, как оно вам. Итак, вы все знаете, насколько я люблю шопинг, и иногда я это делаю в обычных офлайн-магазинах, но когда я не нахожу нужные мне вещи, обязательно захожу в разные магазины онлайн. В наше время это несравненный плюс, потому что с помощью кэшбэк-сервиса можно еще здорово сэкономить и вернуть себе часть денег. На моем примере это Smarty Sale, как по моему мнению, это самый удобный кэшбэк-сервис. Там огромное количество магазинов, высокие процентные... То есть высокий кэшбэк. Вот. И также круглосуточная служба техподдержки. Если что-то не так, мало ли будет с вашим заказом, вам обязательно помогут. И вывод, минимальный вывод суммы денег практически отсутствует. Вы можете вернуть все деньги, начиная от пополнения мобильного счета и заканчивая банковской картой. Ссылку я обязательно прикреплю в описании. Заходите, смотрите и обязательно регистрируйтесь. Ведь согласитесь, каждому хочется делать покупки, еще при этом экономить. И вот у нас экономленные деньги, можно купить себе еще больше товаров. Переходите. Следующее, это идет вот такая вот бежевая толстовка. Когда я ее увидела в Страдивариусе, я в нее влюбилась, честно, у меня больше не было слов, что сказать. Была еще в фисташковом цвете, но нет, я выбрала в бежевом и ни разу не пожалела. Таскаю ее просто каждый день практически, одеваю с брюками, с джинсами, с юбками, смотрится совсем очень круто. У нее вот такой вот объемный рукав, что добавляет ей такой изюминки, можно и так сказать. Она флисовая, теплая, мне кажется, это самое то. Она из Страдивариуса и стоила там 1000 рублей. И у нее получается еще такой обрезанные края. И, кстати, здесь почему-то цвет другой на камере. Она мне очень сильно нравится. Ее можно как на выправку носить, так и заправить. Она и так смотрится очень интересно. Вообще кофточка выглядит вот так вот. И она из Бершки. Я же говорю, что-то в этом сезоне слишком много одежды из Бершки. Просто там реально крутые модели. Мне очень понравилась эта кофточка. Она такая базовая, максимально с джинсами, с кофтой, хотела сказать. И с юбкой совсем-совсем. Но эти рукава, такие вот объемные, которые являются непосредственным трендом этой весны, добавляют ей такой легкости, воздушности. И, как я уже сказала, какой-то изюминки даже, если ее заправляете. И она... Я бы ее взяла в размере XS, но там осталось только S. Если был XS, она бы, наоборот, так еще обтягивала, и эти рукава более бы выделялись. И она мне тоже очень нравится. Она идет вот в такой вот мелкий рубчик. И выглядит очень стильно и интересно. И прям хорошо вписалась в мой гардероб. Итак, а теперь перейдем к низу, ко всяким юбкам, штанам. Итак, давайте начнем со штанов. Первое, это идут вот такие вот синие джинсы, которые тоже с сайта New Chic. И почему у меня камера как-то... не выделяет цвет, и они широкие, не знаю, у меня вообще джинс скини, наверное, двое всего лишь, вот. Эти выглядят вот так вот, невероятно красивый синий цвет, почему-то камера его не передает. И что эти джинсы, что это платье, мне напоминают какие-то винтажные вещи, потому что выглядят вот реально как-то... Такого я в масс-маркете, вот, честное слово, не встречала. Если вы где-то видели, то напишите мне, я загляну в этот магазин. Здесь есть 3 пуговички, застегнута, правда, на одну, но вот здесь еще 3 есть. Большие карманы и вот эта вот широкая вот сама штучка, куда одевают ремень, вставляют, тоже добавляет им какой-то изюминки.
Так, следующие тут вот такие вот бежевые штаны. Я не знаю, как ты сидела в Пинтересте, просто это приложение затягивает меня вот все больше и больше. Чем я больше там сижу, тем больше я хочу обновить как-то свой гардероб. И вот поэтому у меня столько новых вещей на весну. И там у какой-то девушки на фотографии я увидела бежевые штаны и поняла, что в основном весь низ состоит у меня либо из черного, либо из синего. А, есть одни белые карго-брюки, но белые и бежевые — это две разные вещи. И когда я увидела эти брюки, я поняла, что они мне супер нужны. Долго искала, где я, хотела сказать с AliExpress, но там все равно не было такого, чего бы я хотела. Нашла одни в H&M, они стоили 2500, я такая... Ладно, поищу еще чуть-чуть. И в итоге нашла вот такие вот в Берш. И то есть эти джинсы, я буду их так называть, именно из плотной джинсы сделаны. Очень актуальная модель на эту весну, называется джинсы слоучи, как-то так. Вот. Они не бананы, такие широкие, но низ у них получается зауженный, и здесь даже на такой резинке. Конечно, эта резинка чуть ограничивает то, что этот образ более будет какой-то спортивный. Например, ты там не оденешь его как бежевые брюки с какими-нибудь каблуками, но все-таки можно составить достаточное количество образов и смотрится достаточно интересно. Они у меня в 34 размере и стоили, как ты в каком-то видео говорила, по-моему, 1500 или 1000 рублей, что-то вот такое вот. И говорю, отлично вписываются в мой гардероб, что к этой кофте, что к моей толстовке. Короче, ко всему подходят. И то, что я давно хотела, есть у меня в руках. Итак, а теперь юбки. Одна юбка у меня из Бершки. Снова из Бершки. Выглядит она вот так вот. Кожаная. Не знаю, увидела вообще как-то кожу спокойно отношусь. Это я увидела эту юбку и такая... Мам, как тебе она? Ой, нет, юбка крутая, надо брать. И реально выглядит супер интересно. То есть она мне напоминает юбку-грибочек какой-то. Не знаю, почему ассоциируется у меня с грибочком. Очень красиво сидит на талии. Она у меня в размере XS. Просто зашла, увидела и поняла, что она мне нужна. Очень интересная и тоже, грубо говоря, можно сказать, базовая, но такая разбавленная база. Можно вот так вот назвать ее. Кстати, качество у нее очень хорошее. Сбоку есть замочек. Ну, честно, не знаю, что еще сказать. Одна юбка, которую планирую носить этой весной, она у меня из BeFree, выглядит вот так. Вот показывала ее в своих осенних образах, но все-таки я там ее решила купить. У нее вот такой вот разрез сбоку, с правой стороны получается. Стоила она там 1000 рублей, не знаю, какая-то супер вообще самая спонтанная покупка. Я такая просто сошла снять образы, выхожу с этой юбкой и такая думаю, ладно, но... Я долго думала, с чем ее можно сочетать, чтобы выглядело интересно, не смотрелось так, как будто мне лет 50. Так что я нашла идеальное сочетание. Это юбка, черный топ, вот тот, который из H&M, и пиджак. Смотрится интересно. И также вот с этой белой кофточкой из Бершки, вот с такими рукавчиками. И еще розовая из Sensei, тоже показывала в своих образах. Супер, мне нравится эта юбка, у нее хорошее качество, и думаю, буду ее часто носить весной, когда уже наконец-таки станет тепло, и ее можно будет всем показать, будьте в ней. Вот. Ну а на этом мое видео подходит к концу. Я надеюсь, вам понравились мои покупки, и вы увидели что-то интересное для себя, и решите это купить. Мне будет очень приятно вообще, когда я вижу какую-то отдачу от аудитории, когда они пишут: «Соня, по твоим наводкам там что-то купила». Прям, не знаю, у меня чуть ли не слеза наворачивается, так рада, что меня вообще кто-то слушает и смотрит. Нас с вами так уже много. Я когда вижу каждый день, когда на меня кто-то подписывается, мне приходит уведомление, я такая: «Люблю вас». Вот, не забывайте про мой Инстаграм, про мой Ютуб канал, обязательно подписывайтесь, пишите в комментариях, какая вещь вам понравилась больше всего, а теперь наблюдайте за самыми крутыми образами. Ну, там их будет, наверное, 2-3. Всем пока!